И Серебряный Бор, 7:30 утра, вторая поездка в этом сезоне. Вот уже 24, наверное, уже солнце начинает припекать. 6 часов было прохладненько, свежий ветерочек, тенечек было, сейчас солнце вышло, сейчас уже обещают 30 днем. Здесь у нас тишина и покой. Но, слава богу, небольшой ветерочек подул, более-менее. Вот стрелка Серебряного Бора.